Работницу почты, дама 43 лет, ее друг или, как пишут в протоколах, сожитель, при поддержке приятеля нанесли визит в квартиру 70-летней пенсионерки. Показали нож, потребовали деньги. Дама-соучастница быстро пошла в комнату и нашла в сумке 12 тысяч рублей. С деньгами троица покинула квартиру, а пенсионерка бросилась звонить. Полицейские надели всем троим наручники на следующий день. Дело возбудили по статье «Разбой». Один из подельников уже был судим 2 раза за грабеж.